А вот эти босоножки, которые так понравились Светлане вместе с платьем и рубашкой синего цвета. Мы говорили тогда о варианте под кожу такую вот рыжую, но у нас три варианта расцветки. Давайте посмотрим сейчас на самое актуальное предложение, особенно для самого жаркого лета. Отправляясь на юг, многие женщины бегают по магазинам, у них остается мало времени, и они понимают, нет достойной обуви. Многие женщины, кто страдает летом отечностью, поймут сейчас, о чем я говорю. Наденька, да. Наши босоножки Зеландия представлены в полноте. Ты готова? Да. 10! Но я скажу максимум. Больше. Мы можем даже еще больше увеличить эту полноту, воспользуемся декоративной, функциональной шнуровкой. Угу. Мы знаем, что есть среди вас женщины, которым очень тяжело найти обувь, которым все модели узковаты. Смотрите, мало того, что десятка полнота, вы можете ее еще расширить при помощи шнуровки. Отличный вариант, потом пропустите сейчас, будете жалеть. Босоножки женские в каком-то смысле уникальная модель в плане полноты. Зеландия, звоните сейчас и заказывайте, у нас есть большие размеры, 43-й, 42-й, 41-й размер. Прекрасно, давайте поговорим о расцветках, уйдем на подиум и посмотрим, как они сидят на ноге. 10-я полнота, фантастика, белый цвет. Для лета то, что надо, с любым сарафаном надевши. Вот даже если вы уже выбрали для себя костюм, как на Наденьке, обязательно дополните его яркими босоножками Зеландия. Белый цвет, он универсальный, подойдет к любому летнему наряду. Ну, а я считаю, коричневый, рыжий тоже универсальный цвет, не окрашенный кожи, такой практичный, популярный. Очень стильный. А если вы любите оттенки беж и хотите визуально немножко увеличить свой рост, тогда цвет кожи, нюдовый бежевый цвет. Обожаю, когда женщины знают секреты и могут преподнести себя в самом лучшем свете. Настя, какая красота! Да, не только рыжие босоножки ей идут. Это лишнее подтверждение тому, что это может быть модель для молодежной, да, такой прослойки наших клиентов. Вот купите себе и своей дочери. Я хочу сказать, что давайте посмотрим сейчас на дизайн этих босоножек. Мне очень нравится, что босоножки выполнены из такого материала, который внешне напоминает нам натуральную кожу. Давайте посмотрим сейчас. Конечно, цена говорит свое, что это заменители. И ну, это уже даже не важно, потому что в такой модели, которая дышит, посмотрите на эту перфорацию. Мы видим с вами сплошное дыхание. Во-первых, босоножки открытые, но открыты они достойно. Пяточка дышит. Нигде вам ничего не натирает. Посмотрите, сколько у вас ножка будет отдыхать, как ей будет комфортно. Зона пятки, кстати, у нас имеет внутренний поролоновый смягчитель. Это удобно. Ножка не отбивается. Надь, а у тебя бывало такое, что ты идешь по асфальту, и у тебя отбивается от асфальтированной дороги пятка, болит? Это когда я покупаю, как не знаю, жертва моды я называю, когда покупаю с очень тоненькой подошвой какие-нибудь сандалии, потом ноги болят после них. Но лучше в комфорте ходить. Наташенька, я хочу, чтобы ты сейчас вот так постояла. Мы посмотрели, у Наташи косточка на ноге. Вот у меня тоже она беспокоит. Посмотрите, в этих босоножках косточка закрыта. Никакой деформации ножки видно не будет. При этом ножка отдыхает. И именно благодаря тому, что вы сами можете отрегулировать полноту ноги, вы можете подстроить шнуровку под себя. Да. Ножка свободно сидит, ножка дышит. Берем размер в размер. Вообще очень стильный. Очень стильный. Да, и вот этот тренд шнуров, он уже не первый сезон в моде, и не только полноту можно регулировать. Если у вас высокий подъем, и каждый раз вы испытываете сложность с подбором обуви, пожалуйста, шнуровка – это выход из ситуации. Я сейчас по-другому посмотрела на коричневую, да, на коричневый цвет эко-материалов. Но давайте я вам покажу секрет, как мы можем легко надевать эту обувь. Дело все в том, что дизайнеры оснастили соединительный ремень эластичной вставкой. Это позволяет вам просто свободно, смотрите, оттянуть зону пятки и надеть. Спокойно надеть босоножки и отпустить ее. То есть они подстроятся под ваши параметры. У нас все регулируется. Зона пяточки регулируется, зона подъема и полноты шнуруется. Но все это делается один раз. А потом вы можете пользоваться вот этим под себя подогнанной парой обуви. Надюша, а ты заметила, что по всему периметру наши босоножки имеют стильную прошивку? Да. Вот такие мокасиновые прошивки на закрытой обуви, а на босоножках подошва пришивается к основе. Это очень качественное соединение подошвы с основой. Его используют сегодня в Европе. И я могу сказать, что это
стопроцентная гарантия, что подошва не потеряется. Итак, это легкие, практичные, эффектные, как мы уже выяснили, трендовые и десяточка полнота босоножки. Не смотрите, пожалуйста, что за окном дождь. Имейте в виду, что завтра эти босоножки будут стоить дороже. Сегодня они менее 1500, поэтому нужно заказывать. И есть большие размеры, 43, 42, 41. Прекрасно, но у нас говорят, что уже 43-м Наденька мало. Давайте тем временем посмотрим на наборный каблук-танкетку. Мы видим с вами, что он состоит из нескольких слоев. Оказывается, когда я стала более тесно изучать обувную промышленность, я поняла, наборная подошва – это тоже специальная техника, технология, которая позволяет нашим ножкам чувствовать себя комфортно. Это эффект амортизации. И очень часто его добавляют либо в середину, либо в самый конец, когда при движении наша подошва слегка откружинивает. Итак, вы можете полностью рассчитывать на эту пару босоножки. Босоножек добирайте до бесплатной доставки, до суммы 4900. Возьмите себе, возьмите маме. Это эксклюзив, и на окончание этого часа мы приготовили для вас действительно невероятное предложение. Мы снизили цену. Цена менее 1500 за нарядные босоножки Зеландия. Света, я до сих пор в восторге, что все женщины смогут сегодня себе найти красивую, удобную обувь. А между прочим, Наденька, я хочу сказать, что куртка Невада, кто купил уже белый цвет, выберите для себя белые босоножки. Носите их не только с платьями, но и с сарафанами, с джинсами, с лосинами. Мне очень нравится, что у вас уже жаркое лето, а вы будете во всеоружии. Выбираем размер в размер. Если у вас до сих пор была нерешенная проблема выбора летней обуви, выберите не просто красивую, но еще и комфортную модель.